Всем привет! Мы в магазине Риф. Это наша ферма. И это наш один из аквариумов на этой ферме. Теперешнее отключение света совсем добили. И созрела мысль экономить электричество. И начнем мы с этого аквариума и с этого светильника. Это довольно старое сооружение, оно уже пережило очень много, и комплектаций в нем было очень много. На сегодняшний день тут осталось, ну, практически все, что может быть. Это и Т5 лампы, и LED, и по центру тут стоит металл галогенка. Ну, на телефоне она почему-то моргает на камере. Ну, на самом деле она не моргает. Ну и вот это вот все созрела мысль поменять на LED. С ними будет легче пережить отключение. То есть аквариум довольно-таки плотненько подзарос. Тут уже кораллы друг на друге. Сейчас мы сделаем замерчик, так чтобы было ясно, что лучше, что хуже. Померим пары и будем его удалять. Ну, сделаем по центру. В этой точке. Ну, тут у нас 180. Чуть-чуть в этой стороне 156. И там 134. Совсем с краю. Так вообще скромненько, 38. Ну, электричество это сооружение жрет как невменяемый. Так, и под переливом у нас 133. Надеюсь, с LED-ами будет получше результат.